Привет всем, очередная порция Valiant Hearts Great War уже перед вами. Я, кстати, только при рендеринге понял, чего там нужно сделать, как взорвать вторую штуку. Ну, я надеюсь, что я понял. В общем, как я понимаю, можно загнать нашу собачку. Ой, ой, ой. Так. Вот, мы загнали нашу собачку туда. Сейчас мы, значит, взорвем вот эту первую штуку. Так. И чё? Первая. Теперь мы, короче, попросим собачку что-то сделать. Вот, замечательно. Наконец-то. И теперь мы попадем туда. Опа! Замечательно. На всякий пожарный я возьму еще с собой один динамит. Мало ли, вдруг пригодится. Так, побежали, побежали, побежали. Что, тут ничего нет, да? Ладно. Дергать нельзя, ну и ладно. Бежим дальше. Опа. Нежданчик, ох ты! Вот это круто. Кам-кам-кам. Идем туда-сюда. Ух ты! Ух ты! Это босс? Ёлки-палки. Тодя, подождите, у нас же есть один... Ой-ой-ой. Воу-воу-воу. Так. Эмиль. Эмиль, Эмиль, Эмиль. Мы сейчас будем помогать, наверное. Да, уже кричат, hurry up, скорее. Но мы уже спешим на помощь. Как только можем, так и спешим. А что тут такое? А, тут ничего нет. Help me, Emil. Вау. 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 А как мне... Как мне мимо них-то пройти? Тут ничего нет. Не задача. Нет, меня застрелили. Странно, странно. Здесь, по идее, должно быть что-то, что можно кинуть или, там, не знаю. Ну, может, здесь что-то будет. Дорогие друзья, я теперь понял, на кой здесь вот эта штука. Мы же американцам не могли здесь пройти, значит, мы здесь пройдем и милим. Замечательно. А сейчас все будет, не переживай. Ой, я что-то увидел. Карта какая-то. Ай, дорогие друзья, мы почти собрали все, но второй предмет не нашли. Ну что ж, ладно. Так, 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 так. Опа. Ой. Нет, 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 что-то не то. Как-то не так. Может, как-то можно покрутить? Вот, наверное, так. Ой.
Нет, 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 дорогие друзья, мы сейчас провалим миссию. Ой-ой-ой, вот, да. Почти. Я понял. Ой-ой-ой, нет. Все, я понял. Вот, у нас уже даже динамитики есть, замечательно. Сейчас все будет. Нам нужно забросить ему туда за шиворот. Это нужно уловить момент. Так, сначала мы поднимем сюда. Отлично. Теперь мы опустим сюда. Опа-па. На, получай. Ой. Получил, да? Фашист. Ой-ой-ой. Ого. О, нет! Неужели Эмиль погиб? Хотя форт был частично разрушен, немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Я так понимаю, следующая глава. Родная моя, война забрала у меня лучшего друга. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. Он поправляется. Увижу с ним, как только смогу. Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миэле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца, и принял решение. Нужно бежать. Ну правильно, выздоровел, нужно бежать. Да ладно. О, Наташа. Наверное, Наташа отвлечет. Собаку что-то надо напоить, накормить. Мясо тебе. Ага. Восьмое лагерь, так, военнопленных Франция. Так. Сбегаем сюда, глянем, что здесь. Ух ты. Ого, дорогие друзья, да тут бежать и бежать. Ничего себе. Я до сих пор не увидел этих, никаких предметов. Секретных. Странно. Ладно, так, нам нужны сосиски. Вон кусок мяса. А ну, тут ничего нет. Ну, сейчас мы сюда пройдем. Эй. Тебе нужна трубка и травка. О, там, кстати, предмет есть. Ну, давайте залезем вверх, поглянем, что есть тут. Ладно. Трубка и травка. Ладно. Сейчас мы что-то найдем, я надеюсь. Так, это, я так понимаю, склад. Ой. Повязка какая-то. Это
Эй, отпусти его. О, мы что-то нашли. Так, только не совсем понятно. Ему нужна помощь. А, я так понимаю, нам сначала нужно принести все-таки травку и трубку. Но для того, чтобы... О, вода. Туалеты, сортиры. Знаете, а локация у этого лагеря довольно-таки большая. Ух ты. О, я нашел труп. Что значит нельзя? Ты чё? Нужно его как-то отвлечь? А ну, мы же его можно ударить. Нельзя пройти. Почему нельзя пройти? О, фишка какая-то. Так, надо найти, наверное, что-то, чем его можно будет отвлечь. Ох уж эти немцы или кто это? Непутевые. Музычка. Может, тут какую диверсию надо сделать? Ух ты, даже залезть можно. А чего дальше? С трубкой что-то. Тут, наверное, опять что-то кинуть нужно. В общем, я понял. Воды нету. О, отлично. Что там наверху? Оу. Тик. Так, это по-любому так. Это так. Хм. Ладно, стойте, там все равно нужно... настроить. Так, сейчас нам нужно трубу поправить, потому что все равно воды не будет. Вот, отлично. Кстати, я нашел, где взять кирпичики, чтобы, наверное, отвлечь того упыря непутевого. Прихвачу на всякий пожарный. Так, вот у нас есть такая труба. Наружу идет, но наружу, как я понял, нам не нужна труба. Так, совсем дела плохо. Опа, отлично. Все, теперь есть вода. Опа. Может, он нам сейчас что-то... Ух ты. Лямки. А лямки зачем? Ладно. Лямки... Так, давайте все-таки туда сходим. Лямки, я думаю, нам зачем-то да понадобятся. А, стоп, туда пройти нельзя. Я там уже был. Нельзя? Ладно. Значит, все-таки возьмем сейчас кирпич. И зарядим тебе. Так. А там бухают, гуляют. Твари.
Нет? Странно. Значит, все-таки мне портянки... Ой, портянки. Подтяжки нужны не для этого. Может, туда, куда? О. Так. Стойте, там, по-моему, наверх можно было как-то сходить. Может, он... Ой. Да, наверх надо было сходить, конечно. Трубка и травка. Так, сюда один только вход, да? Там можно было еще где-то пройти. Нет, не в этом повороте, значит, в следующем. Угу. Сосиски. Все-таки нужна травка. Здесь ничего нет. Тут можно подвинуть куда-то. Ух ты! А вот это нежданчик был. А ну стойте. Может, ему надо портянки отдать? Ой, портянки, что портянки? Подтяжки. Ух ты! Контрабандисты чертовы. Все. Теперь мы сейчас разберемся. Пойдем на склад. Достанем оттуда что-то. Так. Да опусти ты. На, лечись. Молодец. Ща. Давай. Опа. Так, мы взяли какую-то хрень. Не пойму, зачем она. Может, теперь мы сможем пойти поиграть в карты? С этой повязочкой. Кстати, хоть убейте, я пока не вижу, где еще можно взять. А, стойте. Там же ж и предмет, по-моему. О, правильно, петля отсюда. Так, стойте, ну трубку мы взяли. А где теперь взять травку? А ну, может, это что нам скажет? Ладно. Не скажешь, как хочешь. Так, стойте. Сюда еще куда-то можно. Ух ты. Так, сосиски. На. Красавчик. Вот, все. Мы нашли все. Так, стойте. Угу. Сначала нам нужно сбить ее туда. А вот это я не понял. А, все, я понял. Так. Так. Шикарно. Кури, кури. Быстрее умрешь. Да.
Так, мы взяли кусачики. О, нет. Ой, фух, все отлично. Это свои. Время идет. Угу. Побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали. Ой-ой-ой. Узнали, что мы убежали. О, нет! Это так должно быть, или это нас спалили? Церковь Сен-Луран, Франция. Все-таки это так и должно быть. Ностальгические воспоминания. А, это ж нас тогда привалило немножко. Сейчас мы будем выбираться. Ну, вытаскивай. Ух ты. Такой фонарик. Ты где? Да вытащим. Надо что-то с электроэнергией сделать. Может, дернуть за рычаг? Опа, нет? Ну так, это, чуди. О, молодец. Оба-на. Ух ты, неужели мы сейчас сядем в танк? Ой, тут предмет какой-то. Замечательно. Так, динамиты что-то. Ну а зачем? Так, там огонь. Что-то непонятное. Ладно, сейчас мы разберемся, я надеюсь. Ух ты, баги. Круто. А, я, наверное, что-то понял. Сейчас. Вот. Да, крут. Мы взяли какую-то хрень, похожую на амортизатор. Я надеюсь, это он и есть. Здесь больше ничего нет. Правильно, таскайся с этим. Так, вот вход. На. Ну, ты непутевая. На. Чини. И ключ откуда-то взял. Вот это крутяк. Вот эта тема. Только что-то долго он едет. Ду-ду-ду. Почему он прямо не едет-то? Или стоп, или в эту сторону надо ехать. Бух, 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 бух. Так, стойте. А как выйти? Тут же, наверное, собрать что-то надо можно было. Или здесь уже ничего нельзя собирать? Ладно. Ну? Как выйти? Как выйти? Или здесь просить собачку надо?
собачку простить нельзя. А, все. Да тихо ты, я сейчас схожу еще там ящик открою. О, я так и знал, что здесь. Так, нам нужно еще какие-то яйца найти. Или что это? Пик. Не понял. Так, ладно. Это пока непонятно моему уму. Сейчас мы сходим сюда. У. Нет, сюда я не хочу идти. А что там вверху? Вон я, кстати, по-моему, вижу яйца, которые нам надо найти. Да, а, это монетки. Чё? Так, нам надо что-то выстрелить, какую-то пушку, что-то сделать. Ладно. Сейчас разберемся. Это он там так смеется? Это он ужасно смеется. Так. Что такое? Квадрат, что-то треугольник. А, вот, все, я понял. Стойте, нам надо повернуть сначала этот, чтобы квадрат этот повернулся. Так, там треугольник. Все, я понял. Сейчас все будет. Вот, квадрат. Так. Теперь надо что-то сделать с треугольником. По-моему, треугольник. Так. И теперь вот эту хрень надо повернуть как-то. Вот так. Ну. Оно ж похоже. Ну, так оно ж похоже. А, все, стойте. Наверное, надо выстоять и теперь дернуть за вот эту хрень. Да. Мы получили деталь нужной нам формы. На. Теперь нам нужно квадратик. Ну, квадратик это просто. Ему нужен ромбик. Ладно. Будет тебе. Будет тебе ромбик. Ну, как-то так, что ли? Ровнее не получится. Только так. Ну, я надеюсь, и так пойдет. Отлично. Мы соорудили какую-то хрень. Теперь нам нужно сесть. А, теперь нам нужно присобачить вот эту фишку. Я понял. Сейчас все будет. О.
Не понял. Вот так. Ну все, дорогие друзья, мы теперь крутые. Что ж, на этом я предлагаю закончить данную серию. Если вы хотите новых серий, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям о наших прохождениях, заходите в группу, заходите в Twitter. Но самое главное, оставляйте комментарии, чтобы мы знали, что нам улучшить. Или, может быть, вы подскажете, что нам еще проходить. Что ж, всего хорошего, до скорых встреч.